Пишка. 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 Так. Я бы посоветовал пацанам отойти на всякий случай. Но ладно, если вам так хочется, оставляем тогда. Ашан! На тебя, Ашан. На тебя показывает Ашан. Нет, тебя, да, на тебя, тебя, ты здесь. У меня парень, есть Ашан. Да, понимаете? Ашан! Соситесь. А, нет! Ни за что! Да, да, Ашан, иди. Нет, нет, не могу, нет, нет выбора, давай, все. Отошли в сторону, отошли в сторону. Нет, помогите. Так, я ваш местный. Как мы назовем этот, как мы назовем этот? Так, давай, я хочу. Иди нафиг. Че? Как мы назовем этот шип? Бишан или Абишка? Абишка хорошо звучит, Абишка. Никак не надо называть его шип! Нет, Осипка нафиг, давай еще раз! Осипка! Так, что мы вчетвером играем, как-то нечестно, не? Я-то... Давай, Так, рейд у нас. Так, теперь сейчас мы решаем... еще раз! Может, мы решим, кто сегодня будет ловушечником, а кто... Грей, ты первый ловушечник, и второй ловушечник, это получается... Чурди, я нафиг не хочу, и бей, Жуликплей, стань на мое место. Нет, Жуликплей, только не Жуликплей, я... Так, Икс... Ну, надо... Она и Данила показала сначала. Она кого сначала показала, я не понял. Грей, Данила! Короче, я все понял. Грей, ты Жуликплей. Начинаем! Прекрасный раунд у нас будет. Чё ты вообще учудил сегодня? Игра в бутылочку какую-то, а Шан с Бишкой засосалась, а мы ловушечники, потому что в бутылочке выпало. Чё случилось? Вы чё, в детстве, в подростковом возрасте никак... Побежали. Да ты нафиг офигел! Лови! Вы чё... Опай, вот сюда. Вы что, в детстве никогда в бутылочку не играли? Вот, я сегодня до начала этой записи бутылочку подготовил. Это как бы при всём. Пробегайте все, только осторожно, там ловушка, которую они могут активировать. А, нет, они хитрые навозные жуки. Они нифига активировать не будут, пока мы не пробежим вот туда. Ё-моё, просто... Это никуда в сторону, просто взорвись, надо кем-то пожертвовать. Логично, пробегай, типа няня собой будет жертвовать. Так, Бишка, смотри, что мы сейчас будем делать. Тут у нас сейчас вылупятся пчелы, да? Но они не вылупятся... Я не вижу! Они не вылупятся, если я им закрою глаза! Только активируй крейдер! Нафига ты тыкнула? На двоих... Да подожди, сейчас пчелы на них полетят! Нет! Не полетели! Ладно, на них! Бишка красный! Нет, летят! Бишка красный! Давай, бишка красный! Красный! А красный! Ты! Да нет! А, все верно! Да ё-моё, меня попу пчела укусила, я почти... Я так хорошо проходил мафиози, как у тебя ноль жизни может быть? Ты где поздыхала, Жуликплей? Вы почему на ровном месте сдыхаете, вы бесполезные? Тут уже активировано, а тут... А тут активировано или не активировано, Херей? Не-не-не, может, проходите, не парится, все нормально. Вот видишь, я же говорю, все нормально. Ну ладно, спасибо огромное. Отойди в сторону, Таби. Активируется у меня. Подождите, дайте я еще вторую жизнь. Так! Местами можно меняться с людьми и плюс себе жизнь. Вот. Так, иди, хватит там сдыхать нафиг. Они даже ловушку нафиг не активируют тут. Четыре человека сдохло. Жуликплей, ты в курсе, что надо прыгать по платформам, а не прям... Как нафиг без ловушки тут пять человек сдохло? Прыгайте давайте. Молодец. Давай, сейчас. Мне надо сфокусировать. Как я сдох? Сфокусировался нафиг. Быстрый заезд в бутылочку, быстро вокруг. Кто побежит первый? Бутылочка опять? Быстро вокруг, я сказал, быстро. Кто побежит первый? А можно я? Встаньте все вокруг меня. Так, кто сейчас такого выпадет? Тот, как ошалевший, очумелый, бежит вперед и вот это активирует все ловушки. Вы думаете, нафига я... Сосиска! Я думал, на меня она показала! Да нет, сосиска! Короче, иди сюда! Вы меня с самого начала спрашиваете, да? Зачем я добавлял? Зачем? Ну зачем я добавил эту бутылочку? Короче, на кого показывает бутылочка, тот... Вниз. На кого показывает бутылочка, тот бежит до самого конца, до первой смерти, активирует все ловушки подряд. Поняла, сосиска? Да, поняла. Все, я побежала! Гоша, надо прятаться! Так, на всякий случай давайте просто спрячемся, чтобы... К
Что? Ой, что происходит у вас? Нет, иди отсюда! Ваша нет! Ё-моё, нафиг! Бишка, сиди там, не выпьем! Вот тут такая гора трупов, Бишка! Вот это всё! Что? Я случайно тебя! Я тебя случайно! Прыгай обратно, Аша, только не сдохни! Я тебя не прощу! Просто не У нас ЧП! У нас ЧП! Я сосиску потеряла! Так вот она! Так вот она! Ловите вашу! Беги, сосиска! Да куда вы улетели? Чё-то мой план какой-то нафиг его про сосиска настолько... Я нафиг обожаю этих вот это... Вы прибабахнутые, идите сюда еще раз. Станьте передо мной, все передо мной вокруг станьте. Я забаню, если вы не побежите. Быстро все вокруг стали, на кого сейчас показывают, потому что сосиска нафиг вышла. Тот бежит, как очумелый, до самого конца. Только чур, это не... Ну нет! Их сдадим! Ладно, хорошо, я беги, давай! Только беги! Не убежал. Да, недолго он убежал. Недалеко, недолго. Так, тут в целом как бы просто обычный какой-то вардер, поэтому... Туда! Туда! Проходите, давайте! Да нет, опять не вижу ничего! Слепота! Слепота! Но мы стоим на месте, там никто не бежит на самом деле, потому что мы тоже... Слепота, отпусти уже ты! Я умер! Я тоже! Слышишь ты, со своей бутылочкой, я сейчас вот как отойду на минутку и мешать вам буду там снизу, понял? Стой, стой, нет, стой, нафиг, стой! Тут побежали. Я побегу. Молодец! Ребята, у нас половина времени в целом чуть меньше, мы чуть больше половины пробежали, это хорошо. Так, все сюда, быстро, подошла сюда, там и мистер Артейл какой-то, и мафиози, подбежали сюда. Слишком много народу вздыхает, встали в круг. Опять что ли? Так, встали в круг. На кого сейчас выпадет, тот бежит туда в сральник. Только вот это не подыхать. О! Артел, давай, беги! Побежал, мистер Артел! Вперед! Беги. До последнего, просто беги вперед! Молодец! Ой, спасибо! Тут для глуха, тут в целом еще пофиг, тут можно бежать, тут тоже в целом пофиг, можно бежать! Пока, Бишка! Да нафиг! Потому что играть не умеешь, потому... Так, тут, Таби, подожди, идите сюда, быстро, подойди сюда! Так, кого сожрет сундук? Кстати, в круг! Нас что, нафиг, 4 человека, что ли, осталось? Так, сундук сожрет... Понятно, понянь, ты первая побежала. Я сильная и независимая, я справлюсь! Справилась. Так, мы втроем, да, остались? Ну, прекрасно. Так, побежали вот сюда. Тут и чур, если что, песчаный песок. Или зыбучий песок. Так, давайте опять. Нас что, реально 3 нафиг человека осталось? Я не понимаю, никто оттуда не бежит даже. Только не я, пожалуйста, только не я. О, Таби! Леша, беги, нет! Давай, Таби, побежала! Жизнь мало! Давай, Таби, пропускай, не ты, конечно! Хорошо, идет! Ладно, я бегу! Да иди дальше, беги! Беги! Таби! Я пыталась! Таби! А давай в мою бутылку. Давай, иди нафиг! Побежали! Мафиози, побежали! Тут нету шалабуши! Побежали! Ууу, как хорошо! Не подыхай, пожалуйста, тут сложная ловушка, тут надо прыгнуть на... Подождите. Еще ловушку активировала? Я мискликнула! Я не туда зашла! Да пофиг! Команда у тебя лохозавры самые последние! Вот поэтому ты один и остался, давай проходи! А хочешь, я спущусь к тебе и помогу тебе все эти ловушки? Нафиг, да не что такое? Он бежит, а как? Я не могу! Нет, он прыгнул, пожалуйста, лови его! Ты что там стоишь? Ты думаешь, тебя не видно? А, меня видно! Так, тут ловушка, которая меня убьет в любом случае. Короче, давайте так. Если покажет на вас, вы ловушку не нажимаете. Если покажет на меня, я сдаюсь прямо сейчас. По рукам? Хорошо, давай.
А что делать? Так, крути заново! Крути. Не сработало! Так, можем сразиться на мой новый мерч! На мою новую коллекцию! Давайте, вот! Она как бы по ссылке в описании есть, ее можно купить в любой момент! А можно сразиться, я... Формально ты сдаешься, на тебя показывает. Ой, там как раз глазки со мной в коллекции вышли. Я как раз себе новую футболочку хотела. И со мной тоже глазки есть, я тоже хочу. Слушайте, начальник, я с вами можешь договориться? Ну, смотри, что ты предлагаешь. Предлагаю каждому по такой футболочке из нового мерча, и вы мне даете выиграть. Смотри, ой, ты блин! Ты мне покупаешь футболку с собой, вот эту вот китайскую, японскую, и без проблем. Да подожди. Блин, у меня ловушки что-то не тыкаются, ё-моё, да, что делать? Как же так? О, да. нет, я его вижу! О, да! Ой, как так, я ловушку активировала, О, нет! Футболочка же будет, да? Ты же купишь нам футболочки из новой коллекции. Я в поздности использую, Левиоса! О, нет! У меня кружится голова! О, нет! Я не знаю, в какую сторону бежать! О, я бегу в правильную сторону или нет, ребята? Я не... Ой! Да ладно, что ты... Ой, я случайно упал! Куда здесь паутина появилась? Почему я нафиг паутина заметляет? Тут же паутины не было! О, что? Господи, я нафиг 30 секунд только что потратил только на то, что здесь паутина! Слышь ты, я футболочку хочу! Беги давай! Я бегу, бегу, давай, бегу! Давай, быстрее! Они нафиг все ловушки уже активировали! Давай, давай, беги быстрее! Я футболочку хочу! Давай! Ой, нету бревен, нету бревен! Ой, я инвентарь открыл! Ой, ой, перепрыгнул! Ой, сколько там времени осталось? Сколько времени там осталось? 20 секунд! 20 секунд! У тебя жизнь! Все! Моё нафиг! Бутылка, бутылка, помоги, скажи, что делать! Если бутылка... Да какая бутылка? Какая бутылка? Проходи! Я не могу, я в паутине нафиг застал. Я хочу футболочку! Я тоже хотел футболочку! Ой, как же жаль то, что я случайно чисто два раза упал в воду, не смог победить эту игру. Кто меня нафиг за язык тянул? Ну, я посчитал то, что я лучше проиграю этот раунд, чем нафиг влипну на 3000, которые я потрачу на эти футболки и вам подарю. Ой, как случайно оказалось, что я в воду упал! Какая же несправедливость, Хирейн! Прости, футболки я не будет! Я с тобой, нафиг! 4 года знаком! И при каждом удобном случае меня побеждаешь, обзываешь, кибербулишь! А сейчас это я сам хотел, чтобы ты выиграл! Ты специально продул! Футболочка с глазами деда, а потом, возможно, с клайпиком. Ну, ты ж купить ее можно так, если не подарок купишь. Вот, и ты тоже, ты ей подарок сделаешь, она твоя женщина, все. Ты серьезно, мужик? Ты издеваешься надо мной, скажи мне. Зачем ты это делал? Так все-таки, Бишан или Абишка? Ошибка! Ошибка! Ну ладно, это в целом можете проходить. Я не знаю, насколько... Ну нет, ну как я сразу сдох? То есть нафиг никто не сдох, сдох только ты, да, Экзанил? Вы настолько его ненавидите, что ли? Ну, тут я не знаю, они активируют эти ловушки или не активируют. Я не знаю, насколько они хорошие ловушечники. 1 9-летний, 2 на Таро гадает. Какой у них ум? У них 2 IQ на двоих, понимаешь? Слышь, ты! Давайте я пробегу, а вы ничего не активируете. Вот так, прекрасно. А вот Жулика П можете убить прямо сейчас. Ну ладно, эту ловушку вы тоже активировать не будете. Да ёб моё! У меня вся жизнь перед глазами пронеслась, на пике в сантиметры стоял. Так, ладно, там у нас пчелы, но подождите. Мама! Кто из нас?
Ладно, пчелы не хотят бутылочку играть, нафиг, и хорошо так уж и быть. Я отвечаю, бананы нафиг второй раунд уже жертвуют собой. Ей надо мерч подарить, мне кажется. И медали нафиг надо подарить. А так, бутылочку обратно заберем. Вот так вот. Все. Не активируйте, пожалуйста, ничего, дайте, я пройду. Ну ради бога, ну я же могу пройти вот сюда. Погнали! А, ты не прячься! Ё-моё, я не знаю, как я сюда набежал. Я мне два раза попало. Ты ничего не понял, что ты сказал. Так. Данила, в какую дверь ты бежишь, подожди? Она сама сейчас выберет, подожди, никуда не бегите. Но она 100% должна попасть, да, она зеленый, на красный должна. Зеленый, нет, она сама... Зеленую. Зеленый. Зеленый, так, побежал. Жулик, нифига не зеленый. Это красный. Это красный, это побежала, бутылка на тебя показала. Бутылка показала на вас, бегите, давайте вперед. Да! Нет, да не ты глупая, не ты, Натаха! Я хотела пробежать! Так, тут... Жик, ты серьезно? Паркур ко мне пройди! Вот так его и надо пройти. Так, подождите, я первый пойду. Вот это, потому что мне еще как бы надо вот это. Херей, встань вот сюда поближе, пожалуйста. Ты меня обмануть хотел! Зато плюс две дополнительные жизни! Так, быстренько сюда играем в ловушку! Кто первый побежит туда, Гошану? Быстро вокруг все стали! Давай! Там вздыхай! Да. Кто первый побежит? Куда? Бутылочка-то? Что нафиг у вас здесь происходит? Помирают вот это, подождите! Так, Таби! 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 Это сосиска! Таби! Это сосиска! Нет, это Таби! Беги, Таби, беги! Ой, Гоша! Ну допусти его, уводи! Уводи его, Таби, в другую сторону! Молодец! Да куда ты бежишь, Таби? Куда? Стой! Натаха, пробегай давай нафиг, что ты тут делаешь? Так я от Гоши убегала, ща походи, перепрыгну. Все, Гоша уже убежал. Вот! Ты откуда прилетела? Ну, молодец! Я не знаю, я стопа! Сколько? Да кто там побегает нафиг от этих ловушек? Я не понимаю! Таби, сколько ловушек ты активировала? Ну, 5 точно! Вы здесь активированы, пробегайте! Погоди! Три человека в одном... Крутись! Я их голову запутал, они ничего не видят! Быстренько пробежали, пока не сюда... Активируй ловушки! Что? Ну чего я не... Ладно, если показывает на меня, тогда я сегодня выпускаю еще один ролик через час после этого. Если показывает на тебя, ты вот там вот находишься. Ты ставишь лайк на этот видос. Ты ставишь лайк на этот видос, потому что показала противоположную сторону. Ё-моё, на меня показала, но я же не буду... Эдуард! Что ты тут делаешь? Уйди! Ушла отсюда! Я не знаю, как ты это делаешь, но... Беги! Я все ловушки! Я буду активировать! Я буду активировать в целом! Ты меня убил! Да мне пофиг, кстати! Я... Что ты делаешь? Я активируюсь! Я активируюсь! Так, ну подождите, ну дайте я с вами поиграю чуть-чуть, бишка. Короче, давай. Какой с вами третий? Если покажет на меня, я ухожу. Если покажет на вас, я остаюсь. Честно. Да какой беги, стоять! Да я боюсь! Все, уходи отсюда! Так, уходи показала отсюда. На вас! Вы пути на тебя показала! Что ты врешь? Давай! Да беги! Я активирую! Что ты творишь? Ой, что вы со мной сделаете? Хотя, чисто гипотетически, вы можете меня убить, у меня половина жизни осталась. Но давайте сделаем так, смотрите. Стоять! Да ё-моё, я вам время тяну, а вы пройти не можете. Если показывает на тебя, бишка. Да ну нафиг. Да вы чё из-за... Беги отсюда, Жень!
Сдох. Наконец-то. Я бегу, бегите! Ну прыгай уже, давай, чё ты стоишь? Очередь нафиг задерживаешь! Ну прыгаю! Что там нафиг за вот это за дискотеку у вас проходит? Так, это перепрыгнул, прекрасно. Все, а тут лава... Чё по ловушкам? Самолет тут вызвали, я не знаю. Да, вызвали, да, конечно. Да, конечно, вызвали. Беги. Подожди, а кто-то спереди меня есть? Там же столько людей бежало. Ща проверю. Не. Нету никого. Никого нету, пойдем. Хотя... Я думал, ты спереди нафиг был. Да я сдох, смотри. Сюда, сюда, быстро. Нас двигай. Чтоб нафиг... Что? Вот это, что? Есть. Да. Давай, раз. Три. Давай. Побежали! Чё? Что? Что? Спокойно, нажимай на кнопку! Сложная ловушка. Вы же не будете ничего активировать, да? Вы же ничего не будете активировать. Ничего не будет. Я же могу. Не будем. Так, если показывает на меня, я прохожу эту ловушку, хорошо? Если показывает на вас, вы меня ловите. Так, ни на кого. Договорились? Хорошо? Давай. Пожалуйста, только на меня. Только ты всегда же на меня показываешь. Давай сейчас на меня. Если на Бишку, тогда я должен ему податься. На тебя? Нет! Уговор дороже денег. Ты ничего не сделаешь. Беги. Ты меня убить не можешь. Мы поклялись, Бишка. Бутылка показала на меня. Давай. Я... Нет! Хороша шанс. Какого нафига лешего? Как у нас... Это что нафиг за скам сейчас был? Бутылка на меня же показывала! А, ничего, никто ничего не знает, так что все! Что это нафиг? Никто ничего не знает! Мы договорились, бутылка на меня, я прохожу, бутылка на вас, вы... Спор был, может, между нами, Эдуард, не между Ашаном. Вот именно, да. Ведьма. Ну есть такое, что ты против имеешь? На костер! Тащи костер, будем ее нафиг сжигать. Быстро давай, херей, чтобы она нафиг не играла больше с нами. А у нас же с предыдущей серии остались наручники на тах. В наручники и на ножники. Эту Ашан и на костер. Давай. Читаешь молодец. Мои мысли, родной. Она на другой стороне. Она там. Давай. Быстро. На ножники. Все, охренеть, женщина нафиг. Быстро зажигай, мы вот мужики! Вот костер, вот костер. Так вот она! Жжется! Так, если выпадет на меня, ты тыкаешь на видос слева. Если выпадет на тебя, ты тыкаешь на видос справа. Выпало на тебя. Я тыкаю на видос справа. На видос справа. Чё, Ашан сдохла там, не? Нет, не сдохла, спасибо. Конечно, да. Ведь мне смерть, моё! Я вас на виду!